сказать ему: благослови, и он обязан вас благословить. Здесь не надо гоняться за священником перед литургией или после литургии, чтобы исповедоваться. Здесь вы назначаете священнику рандеву и говорите: вот завтра в 3 часа я приду, будешь слушать мою исповедь. И он обязан слушать и 1, и 2, и 3 дня, сколько вы этого пожелаете. Кроме того, в греческой церкви ведется литургия на греческом языке, чтобы вы понимали, о чем идет речь. У нас идет на старославянском, поэтому понимают не все, о чем идет речь. Еще, ребята, что в наших церквях, так, Патрис рассказал, да? Ну, когда меня будет, я уже начинаю передать. Еще что в крестах. Вот этот вот, у нас есть еще и, знаете, грузинский армянский крест. Видели когда-нибудь?